Первые на очереди. Сегодня во Фрунзенском районе выселяют неплательщиков. Две семьи, которые проживали в двухкомнатной квартире, задолжали за свет, воду и коммунальные услуги больше 300 тысяч рублей. Судом было принято решение об их выселении. В 5-дневный срок они должны были освободить жилплощадь. Однако постановление суда выполнено не было. В жилищном агентстве создали комиссию по принудительному выселению. И сегодня в 10 утра судебные приставы начали выносить имущество. В доме 45 квартир, и основная масса – это дом ведомственный был, пенсионеры. Они бегут, оплачивают, и у нас задолженность образовалась вот в двух квартирах, большая. Это муниципальная квартира 29-я, из которой выселяют, и еще у нас одна квартира – это собственники, тоже большой долг. Квартира муниципальная, поэтому все в рамках закона. Неплательщиков переселят в коммуналку по одной комнате на семью. Мера вынужденная, но, как говорят в жилищном агентстве, другого выхода из этой ситуации просто нет. Самых злостных неплательщиков будут выселять и дальше.